Всем привет! Вы на канале Nelfobit. Рынок криптовалют продолжает активно развиваться, внедряя блокчейн во все сферы нашей жизни. Благодаря криптографии удается добиться максимальной эффективности и низкой стоимости проведения различных операций. Одним из самых перспективных сегментов сферы криптовалют является DeFi. Благодаря возможности стейкинга, выращивания урожая, свопинга, кредитования и собственных децентрализованных бирж, DeFi-платформы привлекли особое внимание многих пользователей криптовалют по всему миру. Однако и DeFi имеют свои недостатки. Из-за высокой волатильности и отсутствия надлежащей оценки токенов, многие пользователи теряют свои доходы, а также вынуждены подстраиваться под неудобные правила. Естественно, нашлись команды разработчиков, которые собираются исправить это. Одной из таких является Mozart Finance – перспективный проект, развивающийся благодаря предоставлению пользователям услуг высокого качества и обширные возможности блокчейн-технологии. Если вы желаете комфортно зарабатывать, а также предпочитаете мощный функционал, то вам определенно стоит обратить внимание на эту платформу. DeFi-проект Mozart Finance нацелен на увеличение прибыли пользователей за счет предоставления широкого спектра услуг. В первую очередь пользователи смогут зарабатывать на сельском хозяйстве и стейкинге, но благодаря активному сообществу присутствует также и разнообразие других функций. Также разработчики Mozart Finance планируют создать свой собственный уникальный рынок музыкальных NFT, тем самым предоставив пространство для работы музыкантам со всего мира. Mozart Finance считается одной из самых продвинутых DeFi-сетей, основываясь на Binance Smart Chain. Разработчики предусмотрели специальные шкафчики ликвидности, которые будут использоваться для обеспечения безопасного и стабильного выращивания урожая и общего инвестирования. У платформы имеется свой собственный токен, который называется Melody. Он используется для обеспечения стабильности и безопасности сети, а также служит основной валютой для платежей, а также применяется для некоторых пулов ликвидности. Первоначальный запас составляет 250 тысяч Melody, общий объем – 47 миллионов токенов. Благодаря сжиганию 1% токенов от каждой транзакции, разработчикам Mozart Finance удалось обеспечить стабильную циркуляцию токенов. Благодаря собственному токену, разработчикам удается поддерживать стабильность проекта, а также обеспечивать его безопасность. Любой желающий может приобрести токены, чтобы стать частью коллектива и управлять изменениями на платформе. Как уже говорилось ранее, пользователи имеют широкий спектр услуг. Помимо стейкинга и сельского хозяйства, также присутствуют и другие функции. Любителям криптовалютных азартных игр будет интересна возможность децентрализованных ставок. Строго говоря, это лотерейная система, созданная разработчиками Mozart Finance. В будущем разработчики платформы собираются ввести возможность криптовалютного кредитования. Инвесторы смогут получать проценты по адекватным ставкам, тем самым повышая свою прибыль. Mozart Finance обеспечивает максимальную безопасность своим пользователям при помощи улучшенных протоколов защиты. Разработчики используют запускаемую платформу безопасности ImmuniBates, которая ориентирована на аудит смарт-контрактов и тестирование проникновений в сеть. Как уже говорилось ранее, разработчики желают дать возможность заработка музыкантам, создав рынок музыкальных NFT. Для этого команда будет использовать Chainlink VRFI, предоставляющий разработчикам Binance Smart Chain доступ к защищенному от несанкционированного доступа экономичному и проверяемому источнику случайности в цепочке. Еще платформа в будущем будет предоставлять поддержку NFT, а также предоставит сеть обмена для получения максимальной прибыли от торговли. Это поможет получать хорошую прибыль как инвесторам, так и владельцам NFT. Mozart Finance стабильно развивается, предоставляя все больший спектр возможностей своим пользователям. Здесь себя будут спокойно чувствовать как инвесторы, так и музыканты. Команда разработчиков нацелена на предоставление услуг высочайшего качества, при этом обеспечивая максимальный комфорт любому пользователю. Если вы заинтересовались данной платформой, самое время стать частью дружного сообщества. Скорее всего, проект будет успешным, поэтому, вложившись в него сейчас, можно получить хорошую прибыль в будущем. Вы были на канале Nelfobit. Спасибо за просмотр!